Как бы я хотел, чтобы вам никогда не везло, чтоб на вас обрушилось все всемирное зло, чтоб взорвалось у вас колесо, чтобы щелочью выжгло лицо и добил вас в Старбаксе инсульт, когда вы пьете свой кофе. Как бы я хотел, чтобы все умирали от СПИДа, я бы навестил в Голливуде Майка Макрида, чтобы в каждой стране правил вор, чтоб любимым было слово позор, чтоб сидели все по домам и не знали, что делать. Раз 300 лет рождаются Тарковский и Леннон, раз 300 лет Буратино пищит из полена, чтоб взорвался ваш подземный гараж, чтобы бомж напал в подъезде на вас, ну а сын ваш сел на иглу и вынес квартиру. Как бы я хотел, чтобы все спились и сторчались, чтобы все опустились на дно и им снизу стучали, чтобы вы не давились от смеха, чтобы вы не добились успеха, чтобы ваши мечты умирали одна за другой, чтобы не было у вас ни семьи, ни жены, ни детей, чтобы все, кто живет, уходили из жизни скорей, чтобы каждый балбес на земле призадумался о жизни своей, чтоб не путались вы под ногами и не болтались без дела. Сколько же в России людей умирают от скуки, удовольствия и праздность изучают в разрезе науки. Пропадает ко всему интерес, только деньги, бабы и секс, а культура, искусство и церковь вызывают лишь стресс. В наши дни невозможен уже какой-нибудь гений, полстраны превратилась в уродов, здесь не до свершений. Есть единая цель — потреблять, и я хотел бы повернуть время вспять, но вас слишком поздно менять, и мне неинтересно. Мы доживаем свой век, идем по минному полю. Зачем ты живешь, человек, и все, кто рядом с тобою? Ведь нельзя оправдаться ничем, и забудь про почему и зачем. Ведь никто не достоин любви и абстрактного счастья. Как бы я хотел, чтобы вам никому не везло, чтоб на вас обрушилось все вселенское зло, чтобы нищий был вам господин, чтоб в итоге ты остался один. Ну а я вам сегодня назло желаю всем счастья.